Кабачок Аэронавт, как представитель цукини, чудесно подходит для диетического питания. Преимуществом этого сорта является то, что он кустовое растение, которое не расползается по огороду и не дает лишних побегов. Именно поэтому его можно высаживать на маленьких площадках, что позволяет экономно использовать землю на грядках. Кабачок является раннеспелым, высокоурожайным сортом. Плоды темно-зеленые, с хорошими вкусовыми качествами, имеют целительские свойства. Наверное, ни для кого не секрет, какой стороной сажать семена кабачка Аэронавт в открытый грунт. Но точно можно сказать, что кабачок Аэронавт любит тепло, поэтому для прекрасной всхожести семян необходим прогретый грунт с температурой 20-25 градусов. Плоды кабачка Аэронавт очень сочные, тем не менее, это не мешает их хорошей транспортировке, а также они подходят для консервирования на зиму. Кабачок Аэронавт по праву является одним из самых любимых овощей со своего огорода. Из него можно приготовить тушеную икру с овощами, его можно фаршировать мясом, а наилучшим деликатесом являются фаршированные цветки кабачка.